Друзья, всем привет! Подожди, что-то здесь не так. А вот так. Опача, а так. Друзья, всем привет! С вами Детский Липован. Привет, мои хорошие! Так, ну что, смотри, что я имею. Костюм на мне сегодня необычный. Это те самые штаны, которые я взял на барахолочке. А-ля шаровары. Даже я даже не знаю, как они называются. Просто классные. Когда я Кате говорил, цена хорошая, надо брать. И таки пригодились. По традиции, давно я вам не пел, а сейчас имею такое желание. Сейчас спою. Эх, кто знает слова, подпевайте. Песня называется «Все, что было». Валя Куба пою. Мотивчик, поехал. Та-ра-да-да-да-да-дай. Ла-ла-ла-ла-ла-лай. Ла-ла-ла-лай-ла-ла-лай. Ты напомнила вчера мне о далеком, о забытом пережитом полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком не ищи былого облика во мне. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло. Утомились лаской губы и натешилась душа. Все, что пела, все, что длела, все давным-давно истлело. Только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Опа! Ребята! Так и так, друзья, желаю вам, чтобы у каждого из вас в душе всегда играла шикарная гитара. Музыка лилась. Короче, дарила настроение, заряжала людей только хорошими, позитивными эмоциями. Все, кто вас окружают, а окружающие будут заряжать вас. И вот эта вот цепочка бесконечная пусть живет во всем нашем шикарном мире. Короче, хорош трындеть. Погнали туда-назад. Сейчас сходим, я вам покажу, где был, что покупал и что я буду готовить. Эх, ребята, кстати, пока я не забыл. Огромная, ребята, вам просьба, что вы у меня такие есть, подписчики растут, мне очень, очень приятно, комментариев много. Я вас попрошу, даже если ты на меня не подписался, вот не в службу, а в дружбу для липованчика, поставь просто лайк. Маленький, но шикарный лайк. И я тогда пойму, что вот чем-то я тебе допригодился. А если понравлюсь, да и подпишись с удовольствием. Ребята, смотрите, короче, у меня... Немножечко каламбур получается. Как всегда, у Липована не все так просто. Начал я снимать вчера, а вот заканчиваю сегодня. Поэтому я вас быстренько приглашаю назад в будущее. Сейчас метнемся, посмотрим, что я там делал, что покупал. Ну таки поехали. Привет, мои хорошие. Так, что я возле киевского рынка? Вы думали, что? Наконец-то долгожданный обзор. Ага, нет, не обзор. Короче, такое. Сейчас иду на базар, куплю парочку вкусняшек. Самых настоящих. Домашних одесских вкусняшек и исполню вам два, а может быть три блюда. Да, будет по-одесски очень вкусно, колоритно, по-настоящему. Короче, хорош, а то я сейчас, как всегда, этот разгоняюсь, а я еще не готовил. Дым-то не идет. Погнали, оператор, покажем, почем помидоры в Одессе. Быстренько. Такой перец нарулил, и цена хорошая. Сегодня, да. Короче, введу вас в курс события. Запеку я сегодня перчик. Такой самый настоящий одесский, с чесночком, вкусненький. Пожарю кабачки, тоже с чесночком. И сделаю шикарный салат, просто домашний, вкусный, с жареным маслом, с помидорами када. Погнали перец выберем. Катенька, сколько нам надо? Много? Целый день будем видео снимать или так, быстренько перекусить? Икру мне еще запеки. Икру? Давай тогда я возьму, может, два пакета этих шикарных перцев. Смотри, какой мясистый. Ух ты, как арбуз трещит. Миксанем, да? Желтый сделаем, красный сделаем. Да, только бери с хвостиками. Я беру и самый настоящий, да. Скажите, я буду там. А хотите быть? Давай, земляка покажи, да. Все, считай, попал на YouTube. Можно петь песню. Я звезда. Так, что, два пакета возьмем, хватит, да? Сейчас в один засунем. Надо было брать один большой. А вот я сейчас... Делают два средних. Один большой. А я с тобой советовался. Брать этот BMW или обыкновенный для людей. Берем необыкновенный BMW. Уже кататься по базару так на нормальной машине. Сюда. Ох, слушай, шикарные перцы. Хочется. Был бы мытый, я бы его сейчас так ел.
О, вон тебя какой красивый. Свежак, а ты что? Он земляк насыпал якорь такой, что не могу уйти. Смотри, хотел взять пару перцев. Вот это ты, конечно, молочага прибил. По полной программе. А ты не скилист, что ли? 130, нет. Нет, это так, дуже похож. Но все равно. Наш. С наших тарел. Так, 130. Деньги есть пока. Гуляем. Слышишь? Вот это перцы набомбили мы. Поехали. А, подожди. Кабачочек. Здрасте, можно у вас кулечек положить? Вот парочку. Кабачку. Перец заставляем. Самые красивые. Раз. Ну, они не все красивые, что хочется брать и брать. Два и три. Все, огурцом хватит. Сегодня. Так, что мы делали? Перцы печем, кабачки жарим. Еще микадо нужно. Даю. Как раз столько я осталось. Спасибо большое. Айда. Базар хороший, осенние цены. Видели? 6 рублей. Ха, смешно. О, оператор, ну покажи, смотри. Ялта, мед, обалдеть. Вот это мы попали куда надо. Вот это мед. Давайте нам этот медовый лучок. Там кулечек надо. А вот вижу, бачу дальше задумал. Самый лучший оператор, да? Да, у меня оператор золотой. Так, раз. Что? Вот этот. Такие мед, слушай. Такие мед. Угу. А вот три такие, я еще одну такую бульку возьму. Чеснок же мне тоже нужен. Чеснок откуда родом? Не Китай? О, с Херсона. Наш меченый. Он на арбуз похож, херсонский чеснок. Точно. Ага. Все до арбуза. Сладкий, рэпанный, да. Мед. Так, вот этот медовый. Тримайте. Вот тут у мадам, да, запомните эту шикарную даму. Самый лучший чеснок. 42,8, 40 гривен. 40 гривен, еще и со скидкой, да? Да. 40 я люблю, спасибо. Оператора? Нет, а, выбирающий. Оператора, понятно. Сказали, есть такой. Круглая посуда, да? Как ты там в комментариях написал? Таких еще щенками отбирают, красавчик. Погнали. Исключение, да. А огурцы почем? 40. О, по цене масла огурцы. Ёлки потом. Ой, ну кухой пахнет. Да? Вкусняшка. А ну-ка, ребята, каждому по аромату ловите. Макуха настоящая, жареная. Вкусная семечка. Берем, тем более еще живчик называется. Ох, что ты? Еще есть больше. Не-не, больше не надо, вот это надо хорошее. Так, живчик раз, огурчики 40, да? 80. А вы в пакетик, а я вам деньги. Хорошо. Держи, 40. Давай, оператор, ты вначаешь? Огурчиками. Огурчиками, да, 20. 30, 40. Вот так вот и живем. Я ее маслом, а она меня огурчиками. Хотя должно быть наоборот, слышишь? Так, 40. Ну, 40. Вот так вот, почти без сдачи. Это забрал. Я там микадо заприметил. Сейчас пойдем разбираться. Да, хочу, потому что, видите, я хочу, чтобы вы проиграли, да. Что вы с моим... Но я говорю, что это не то. Не такое, посредине, правильно? Вот смотри, на, удивись. Вкусная, сладкая помидора, я тебе говорю. А ну давайте кулечек. Вы проиграли, вам. Мне скидка. А я говорю, не то. А я и то. Нет, не то. Я возьму разные. Чуть-чуть делай тайм-аут. Чуть-чуть. Парочку. Так. Вассер вкуснее. Я помню. Хорошо, хорошо, хорошо. Вот эти раз. Вот такой. О, аж ценник улетел. Я хочу просто раз. Самые красивые. Самые красивые.
будет. Купи мне там 3 огурчика, он красивых. А дайте еще вот этих волосатеньких огурчиков. А если я тебе возьму парочку, смотри, они с цветочками, букет получится, ты хотела цветы, цветы из огурцов я тебе еще не дарил. А не, чтобы соседи конфеты выносить, правда? Не, видишь, зажало. Привет, спасибо за покупку. Опа, сюда. Ксюшка, сколько там? Да мне достаточно. А нет, 5 будет, так что сверну скотчем. Не, ну что, не надо покупать ящики, пожалуйста. Это жирное ящик, ей надо постоять. Что там? Она совсем всего лишь 10 гривен. Да ладно, вот это. Такие букеты я тебе еще не даю. Спасибо вам огромное. Катенька, это настоящие помидоры. Та ты что, вот тот лук медовый. Ялтинский. Вот эти помидоры. Это самые настоящие помидоры, на всем базаре. Это вот. Это да, помидоры... да. А вот это называется мужская солидарность, да. Да, ваша... нет, это правда. Это правда. И так, и так. Спасибо вам огромное. А? Да, да. Да. Помидоры за помидоры. Да. Ну все, затарились? Очень. Синие мне. Синие. Вот, порежете его. Синие. Короче, погнали в Архимус, сейчас там песню спою, короче, раскочарю, мангал, дым пойдет, ой, ритузы одену, будет таки праздник. Айда, за Липованом. А вон, смотрите, яблоки, 15 рублей. Супер, вы посмотрите, за что стоит. А я думал, вы на мадам показываете 15 рублей, супер. Яблоки, что? Яблоки, то ерунда. А вот такую коллегу имеете, да, зато помидоры у меня шикарные. Помидоры по 50, а мадам по 50. А что, а грушу возьмем детям погрызть, не? Возьмем грушу? Ты грушу покажи. А ну накидайте нам чуть-чуть, пол ящика. Да нет, ну возьми 4. А лучше 5. А вот я сам выбрал. И возьми 3 яблочка. Все, достаточно. Вот это 5. Они войдут или врагу? Яблочки в одну, но если для деток сладеньких всего, для того, что сладенький. Вот всего, да? Да, сладенький, да, длиннейший, но сладенький. Тоже 5, все, хорош. А по 18. Эх ты, оператор, тратишь мои деньги, тут что не... По 17. Ёлки ты, палки. Про Макса, хочу домой называется, распродажа. Вот это мы попали, да. Мы были на барахолке, там все, дядя распродавался, в Израиль уезжал. Так, не, мы, я, так мы у него ничего не купили. Я бы с удовольствием, да, бы наприняли туда. Ага. Все. Дядя, привет. Вам огромное спасибо. Погнали дальше. Спасибо. Эх, оператор, пошли за лепешкой. А вот морковка есть хорошая. Денег дали, да? Да, оператор, забери деньги. Ваша. Спасибо. Спасибо. Там коронавирус сильный в Израиле. А, поэтому и вернула 5 рублей. Вот такие люди в Одессе честные. Съемка? А, такое, да. В честь 1 сентября он завтра дети в школу. Или когда? Или послезавтра? А мы на базаре. А мы на базаре, поэтому... Отучились. Катя, такая красивая морковка. Достаточно. Вот тот перец, не могу остановиться. Хватит, да, еще одну вот эту вот. Коротель. Вот эту вот. Коротелечка. Коротелечка. Да, коротелька. По 10 гривен. У меня есть 5 рублей. А у вас такой шикарный подсолнух, сними. Обалдеешь. По 10. Значит, на 9 гривен. Настоящий, только огурцов не хватает. 9 гривен? 9.05, да. 5. Возьмите. Мне вернули. Так, 9. Гони на базу мои деньги. 9. Что сегодня в меню? Договорились. Сегодня, а ну расскажи. Что, будем, короче... Карасик жареный. Не, карасик жареный уже был вчера. Сегодня хочу перец запечь с чесночком. Что там, пожарить кабачки. И салатик смекатой сделать, короче. Все такое по-домашнему. Все купил, осталось добраться только до сковородки. О, что там в меню сегодня? Снимайте, снимайте, что сегодня будем готовить. А, здравствуйте. Липован на связи, да. А готовить будем. Короче, на ютубчике увидите. Скоро будет. Будет очень вкусно. Спасибо. И вам огромное. Эх, иски, родной рынок, узнаю тоже Липован. Ешьте здоровье. Спасибо большое. За секунду. Так, осталось у меня, короче, почти денег уже не осталось. Мы шли-шли и увидели цветы, астрочки. Вот купили шикарные у мадам цветы. Оператор, все для тебя, ты у меня человек золотой, а цветы тут, ребята, такие шикарные, как рыба на привозе, даже дрыгаются, короче, все время. Так, оператор, держи это тебе. Опа. Все, спасибо вам. Красота. Спасибо.
помидоры вкусные, чтобы пойти. Я купил уже вкусные, но у вас вижу вкуснее, да. О, черный принц. Еще миксанем салат? Ну хотя бы пару штучек, да, будет. Давай, красиво. Только у меня уже денег нет. Зато у меня цветы есть. Будьте так любезны, да. Чуть-чуть мы. Договаривайся. Пару штук. За сколько? Что-то пару штук. По 40. Да, ой. На 15 я много не наберу тут. И он деньги на цветы потратил. Видите? Попались бы раньше помидоры. Неугомонный оператор, идем лепешку купим. У меня, кажется, осталось на одну лепешку денег. Здравствуйте, приятного аппетита. А мы к вам. Говорят, у вас самые вкусные лепешки, да. Дайте нам, пожалуйста, одну. Вот эту мадам, самые шикарные грузинские, настоящие шоти. Обалдеть можно. Вот там все лепешки, что я на видео пробую, я здесь беру. И только здесь. Да, ну еще в одном месте, но здесь цена хорошая. Так, 15 рубчиков. Все, огромное вам спасибо. Пожалуйста, спасибо большое. Все продали до обеда, да. Спасибо. Погнали. Так, все, ну теперь точно надо, короче, уже ехать, уже хорош. Купаться, да и денег уже нет. Было, короче, у Липована чуть-чуть. Вот все чуть-чуть на киевском родном базаре-то я и оставил. Погнали. Воплощать килограммы в кулинарные шедевры от Липована с песнями и танцами, с хорошим настроением. Да и вообще, меня уже прет, надо готовить. Поехали. Короче, что там, на базаре были, покупали, видели, что. И вот мы уже сегодня, здравствуйте, новый день. Зажигаем огонек. Сейчас подготовим, там я уже начал, сейчас дорежу кабачочки. Испечем перцы. Пожарим вкусные по-одесски. И забомбим обалденный салат с микадой, с лучком. Просто так вот, вот захотелось помакать туда хлебушек. Откусить. Эх, вы сейчас все секреты из меня выудите. Поплыл красавец. Ай-яй-яй-яй-яй. Шикарный вид, как я говорю. Так, я туда-то у меня еще одного карасика. Сейчас компанию вашу мы составим. Срочка, ты аккуратно, тут горячая. Работаем. Ребята, короче, процесс пошел. Хотел я и песню спеть, там и поздороваться, и дым идет, и риту задел. Ни хрена не получилось, он людей набежало. Мои любимые ребята, все подписчики. Вам, да, вам, всем кидаю привет. Наперед увидите, потом обалдеете. Спасибо вам, спеть я не успел. Короче, делаю заказы, буду сейчас параллельно еще стараться свое забомбить, то, что я на базаре пообещал. Эх ты! Оно, конечно, нелегко, но Липован постарается. Так, вот такого карася шикарного заказали. Так, опля. Смотри, один уже жарится. Сейчас я его аккуратненько кувыркну. Опача! Ай, красавец! Вальтом. Оп. Ага. Все, коллега на месте. Отлично. Для твоих друзей не сильной зажарки карась. Для моих друзей не сильной? Да. Я думал, друзья мы очень любят. Ну ничего, сделаем, исполним, друзья, как вы любите. Так, все, оператор, с чего начинаем? С перцев. Да ты их только набрала, посмотри, мне что, до завтра жарить, елки ты моталки. Хотя они такие хорошие, да. Придется завтра брать рабочий день, свой выходной, дожаривать перцы. Так, кабачочки. Выходим. А, опача, что я хотел сказать. Серега, благодарочка. Да, да, там есть такой Серега, интересный парень. Короче, подогнал мне. А ну-ка, выходи, такой замок сделал. Мне на новый нож. Вот такие ножны. Я там ссылочку оставлю в описании. Ребята, особенно мужики, кому интересно, зайдете, позалипаете. Будет море удовольствия. Да, секрет. А ну, Липован, выезжай. На арену. Ложечки. Мне так заточили нож. Новый этот мой. Что я его даже боюсь чуть-чуть. Он аж волосы дреет. Показывать не буду, но его в баню. Ну вот поверьте, Липован.
смотри, мама дорогая. Можно просто исполнить слайсик. Смотри, аккуратно. Он аж прозрачный. Не, ну я, конечно, буду жарить потолще чуть-чуть. Вот такие вот кусочки. По-домашнему. Шикардос. У меня еще такого ножа не было. Посмотри на своих подписчиков. А, чуть-чуть в палец не заехал. Обрати внимание на своих подписчиков. Ну, как видно. Все смотрят. Ребята, картина маслом. Картина маслом. Это же... Я тут... Параллельно сарай еще и видео снять, так чтобы вам было что смотреть. Ага, хорошо, очень хорошо. И приготовим салатик вот из трех шикарных помидор. Черный принц, желтая микадо и шикарная, ароматная, настоящая красная микадо. Просто будет, это будет песня. А, знаете, чего там не хватает, вы знаете. Вот этот хороший, крымский, сладкий лучок. И такие блюда будут непростое. Ребята, спасибо вам, вы меня знаете, я вас уже тоже, благодарочка там. Америке привет. Короче, приезжали друзья. Так, где мой перец? А ну-ка, выходи. Опача, не мой. Халапеньо настоящий американский, короче, я его сегодня запеку, куда-то макну. Эх, поедим с удовольствием. Ох, и долгие эти кабачки у меня получаются, но будут вкусные, по-любасу. Продолжаем. Короче, начал вчера резать, заканчиваю сегодня. Одни с выдержкой, другие просто свежие. А, картина маслом. А вот в этой чугунной, тоже хорошая, кстати, на барахолочке проплывала, забрал. Пожарим кабачки. А на каком масле? Да, именно на том домашнем жареном вкусном масле, который мы купили на базаре. Ой-о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 й. Жареный жирчик. Масочка. Если бы знали здесь, наливаем. Что здесь одесская кухня, то это немного экономно, такого добра, да, надо экономить. Так, сейчас я кабачки чуть присолю. Вот этой хорошей морской крупной солью. Ну, вот так вот немножечко. Раз. Эх, быть добру, значит. Там тоже надо. Посолили, погнали. В мукичку. Красота. Так, на маленьком слабеньком огонечке. Аккуратненько сейчас обжарим. Кабачки жарятся, огонек у меня запускается. Сейчас мы там на чистых угольках обжарим перчик. И будет таки праздник. Моя шикарная кочерга. Угольки готовы. Так, по-богатому, конечно, получается. Как в детстве бабушка на чистых углях во дворе. Эх! Смотри, картина маслом. Поехали. Перемешку. Вот оно, чистое здоровье. Так, закладочку. А вот сюда тебя, красавчик. Кабачки жарятся, перцы пекутся. Ну а мы будем делать салат наш шикарный из трех видов помидор. Оператор, за мной. Так. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Мой шикарный новый ножик. Попку рэпаную так вот убрали. Слушай, ну он масло, конечно, он режет. Я его чуть-чуть боюсь, поэтому не тороплюсь. Аккуратненько нарезаем. Вот так вот, небрежно, вот такими кусочками большими, неравномерными, разными на наш салатик. Ребята, там такой фреш получается. Да, вот те, кто знает, просто меня поймут. Помидоры, то ерунда. А вот тот сок, который получится в салатике нашем из этих помидор, лука и масла домашнего. А это дорогого стоит. Наверное, самое вкусное, что может быть среди салатов. А ну-ка, оператор, зацени, смотри, сейчас вскрытие, оп, покажет, смотри, какая красота, он аж сахаром переливается, шикардос. Оператором дай показать,
Ох, смотри, кабачочки как обжарились аккуратненько. О, вот это уже тот вид, который должен быть. А, руки жжет, но я терплю. Ох ты, блин, так что ж так сильно жжет-то, а? Не с той стороны встал. Так, кувыркаем вас, ребята. Почти готовы, осталось только сейчас чесночка ляпнуть. Картина маслом. Картина маслом. Катюня, ну смотри. Вторая помидорка. Такая же песня. А ну дай понюхать. Ах, божественно. Ребята, каждому по аромату от липованчика, как обычно, по традиции, ловите. Ху-у-у. А вот эта помидора называется Черный принц. Такая же вкусная, такая же ароматная. А когда они вот так вот... Оператор, вот сюда дай картинку. Блин, не, ну песня, слушай, радуга, а не помидора. А когда они вот в таком коллективе, это просто бомба. Я в ресторане работал, у нас салат назывался «Четыре помидоры». Сюда еще черри добавляли. Но черри это для богатых. А мы здесь, ребята, простые, поэтому обойдемся без черри. Так и так. Как говорят у нас в Килье. Килье по красоте. Друзья, килипование мои хорошие, всем огромный привет. Как я говорю, когда он там сейчас... Приходит ко мне целая куча подписчиков. Друзья, огромный вам привет, что вы у меня уже были. Я просто рад знакомству. Несказанно. Да, и я когда там контактами меняюсь, говорю, как записать. Серега Липован. Я говорю, Серега, можно с маленькой писать, но Липован обязательно с большой. Вот таки так. Липование. Красавцы. А все остальные просто молодцы. Да-да-да-да-дай. Кабачки, кабачки, вы мои кабачочки. Ах, хочется петь под вот эту вот музыку шкварчания кабачков на домашнем жареном масле. Не, ну боже мой, как это пахнет семечкой, это, конечно... Оператор, дай спою. Кайфуем, сегодня мы с тобой кайфуем, сегодня перцы будем жарить, готовить будем просто класс. А ну смотри, а? Цыганчата как запекаются. Ох ты, ах ты, горячо. Снимаем кабачки. Ого. Вот тебе ого. Вот тебе ага. А, так, чуть-чуть перчик не забыл. И чесночок обязательно. Чесночок на огонь и этот... О, шикарный халапеньо. Так, для вас, ребята, надо, господа, отдельное место. Вот тебя сюда. А вот тебя вот сюда. Лучок я аккуратненько почистил. Он тоже просто необыкновенно шикарен. Ну как же ж можно? Природа, ты, конечно, молодец. Такие вещи делаешь. А липованными пользуются с удовольствием. Алле-оп. Я раньше топориком рубал. Ребята, ну я распробовал ножик. Конечно, это обалдеть. Шеф-нож. Шикарный. Смотри, какой сочный. Вот хоть бери да фреш дави с него. Я очень серьезный, ребята, когда работаю, вы меня знаете, что нифига я не серьезный, короче, гоню по полной программе. А самое главное, что не просто гоню, там пишут, я там под какими-то колесами, всякой билибердой, а нифига, да, я вот такой вот и есть. Да, я просто обыкновенный Серега. Ну, когда я одеваю шляпу, это просто липован во мне, короче, вырывается наружу, не остановить, не остановить. И не остановить. Песни, песнями. Эх ты, оператор, оператор, ну-ка иди сюда покажи, смотри. Что я сейчас сделаю? Я прям вот так вот лучок здесь присыплю этой шикарной солью и, как всегда, чуть-чуть от липованчика ляп. И вот так вот сейчас возьму его. Пожмякаю. Ох, а с него аж водичка луковая-то течет. Не, ну не цибуля, а картина маслом. Он даже глаза не режет. Да, вот не обманула меня. Хорошая вы женщина на базаре, да, настоящий мед. Здесь чуть-чуть соли осталось, как раз хватит для нашего салатика. Мои
хорошие перцы. Буквально по чуть-чуть. Немножко. Немножечко. И еще капельку. Ступка, заводись. Смесь нам готовь. Вот сейчас я этой смесью заправлю мой салатик. Оператор даже не знает, так чтобы картина маслом была по полной программе. Показываю, наверное, вот сюда. Лука должно быть много, да, просто много. Его мало не бывает. Все обыкновенно, просто вот так вот с базара. Сам купил, сам поторговался. Сам принес, сам нарезал. Смотри сюда. Где моя смесь волшебная? Вот так вот присолили, приперчили одновременно. И что осталось сделать? Добавить этого жареного живчика. Ах, класс. Не-не, извините. По аромату, как всегда, это просто песня. Хватит. Ну все, салат почти готов. Он должен чуть-чуть постоять. Все должно здесь пожениться. Помидорки должны еще сок пустить. Лучок. Насытиться этим ароматом масла домашнего. И все, ну больше ничего не добавишь. И убирать мы тоже ничего не будем. На почетное место. Ой, оператор, что так пахнет хорошо? Чесночок. Такой шикарный запах печеного чеснока. Хороший перчик. Смотри, он аж сизый стал, фиолетовый. Катюня, покажи. Вот он, в нем огонь вырывается. Похож на выхлопную трубу. Да, те, кто знает, там раньше. Иж Юпитер, планета спорт. Он когда гонял, блин, труба вот такая становилась. Сизая аж. Короче, перец не халапеньо, а перец Юпитер. От Липована. А ну-ка подойди поближе, по секрету скажу, ребята, заимел такую ретро-штуку. Таких сейчас не сыщешь. Чесночница настоящая. Ну покажи, сколько стоит. О, букашечка. Брысь. Самая настоящая вот та чесночница. Не китайская, да, именно. А ну-ка заходи. Смотри, картина маслом. Что осталось сделать? Ну, конечно же, сбрызнуть чесночком. Ах ты. Ляп. Сейчас вот так вот штучки три сюда давану. И хватит. А то, может, еще и целоваться придется. Хотя оператор, будем вместе есть. Короче, да. Все нормально. Считай, договорились уже. Ну все, вот так вот ни много ни мало. Небрежно, с любовью. Готовчик. Смотри, я прямо вижу, как они стоят горяченькие, пропариваются. И вот становятся вот такие вот с морщинками, как шарпейчики. Не, ну класс. Ну самое главное, это все, конечно, неотъемлемая часть моей одесской липованской кухни. Но самое главное, ребята, впереди, да, я вот в этой своей супке забулькаю такую, короче, подливку к нашим перцам. Вы закачаетесь. Реально закачаетесь. Спасибо всем, кто принимал участие в этой подливе, а это... Ребята со всего мира, да, один мне нож подогнал, другой перец подогнал, третий доску сделал, четвертый ступку сделал, короче, благодарочка. Смотрите, вот здесь уже красавцы готовы, я сейчас потихонечку буду снимать. Они у нас должны тоже постоять чуть-чуть, горяченькие, повялиться. Салют! И вам от Липованчика, спасибо! О, подписчик заглянул, говорит, большой привет, Липован. И дальше пошел. Да, вот так вот люди уже узнают. Я несказанно рад. Вижу, вижу, чую, чую. Так. Наши господа готовы. Халапенчик. Сюда. Чесночок. Вкушайте, ребята. Ноздри вот так вот по полной программе. Нюхайте вот это, что вы имеете со мной. Шикарный печеный чеснок. Все, ты готов. И ты готов. И ты, мой друг.
И вот ты, пузатый красавец, тоже готов. Мама, смотри. Так, смотри сюда. Что мы берем сейчас? Они у нас горячие. Накрываем мисочкой. И пусть пару-троечку минут пропарится вот в этой бане, в таком себе а-ля теплом тандырчике. Пропарится сейчас шкурочка, отойдет, потом она будет аж слетать оттуда аж бегом. Так что вот не за горами, почти вот-вот готово наше шикарное блюдо в трех экземплярах от Липована. Так, ну что там? Барабанная дробь. Погнали. Ага, перчик чуть-чуть пусть постоит. Сейчас я начну делать свой этот замес. Подливку эту шикарную. Соль, как всегда. Перца буквально так для аромата. Всего по чуть-чуть. Много не надо, потому что здесь у нас будет жить халапенье. А он, парень, непростой. Добавит нам серьезную нотку к нашему блюду. Что сюда? А вот чесночок сейчас весь возьму и отправлю. Наверное, по чуть-чуть, да? Чтобы его так вот чвякать. Хорошенечко. Ох, это, конечно, взрыв вкуса. Чеснок, перец. Как это все открывается, пахнет. Шикардос. Ну что ж, я других-то слов подобрать-то не могу. А может и не надо, оно ж так и есть. Ну-ка, оператор, покажи. Это то, о чем я говорил. Смотри сюда. Точнее, смотри сюда. Вот это вот шикарное мутиво. Вот какой фреш, его все больше и больше получается. Да ты что? Не-не, я сбегаю за большой ложкой и буду это хряцать по полной программе. Ой, за две щеки. Ах ты. Ну нет. Есть у меня на это блюдо отдельный повод, я его исполню. Дождись, мой друг, дождись, обязательно, и не забудь подписаться. Я же вас не просил даже подписаться. Пожалуйста, подпишитесь на Липована. Порекомендуйте обязательно. И таки будет вам праздник. Вот такая вот пюрешечка у нас уже получилась. А это только начало. Халапенчик, давай раздевайся, мой друг. Так, американский ты халапеньо настоящий. Давай сюда в мою ступочку. Ля прямо с семечками. Тебя вот так вот растолчем. Вот это огонек получится. Я вас уверяю. Так, сюда же, что делаю, я имею. Щепоточку сахара вот такую. Оп, хорош. Сахарочек. Растолчем. И сахарочек забулькали мы тоже. Так, добавим печеный чесночочек. Аромат печеного чесночка. Будет то, что надо. Смотри, как он чистится, как всегда. Оп, уже подостыл. Вот такая пюрешечка. Добавим. Красавчик. Оператор, гаси фильмоскоп. Я сейчас быстренько это все организую, добавлю и вернусь к вам. Так, ну и чесночок тоже здесь уже, он печеный. Сейчас я его вот так вот прямо, смотрите, с вот этими вот красивыми черными штучками. Да, прям неотъемлемая часть моего такого соуса. Ребята, уксуса буквально немножечко так вот для пикантности. Оп. И сюда же я выливаю вот это вот жареное вкусное подсолнечное масло. Ну вот наша паста готова. Так что осталось... попробуем. Сейчас будем с вами вкушать вот эти вот прелести, шикарные закуски по-одесски. Три штуки от Липована. О, а вот теперь с маслом и уксусом полноценный запах. Вот весь набор. Эх ты! Лепешечка грузинская моя тандырная, шикарная. На угольки. Ляп. А сам метнусь за ложкой, быстренько. За большой. Так, лепешечка. Оп, шикарно. Туда же тебя на огонек. Сейчас еще чуть-чуть и будет готово. Да, ребята, это грохот. Это не просто грохот. Это мои детки стоят там на... А ну, оператор, покажи, чем занимаются. Дети Липована. Готовчик. Сейчас чуть остынет. Эх, снимаю шляпу перед этими шикарными блюдами. А, чуть дело не забыл. А ну-ка, как там, Липован-кудесник? Иди сюда, покажи. Я ж про перцы чуть не забыл, елки-палки. Смотри, накрыл, они постояли, потомились, отдохнули. И опача!
и уже и почистились. Да быть такого не может. Ёшкин кот. Мама дорогая, вот она, вот эта шикарная прелесть. Друзьяки. Все для вас. Ну пошли макать. Пошли макать перец. О, шикарно сказано. Друзья мои хорошие, да. Всем настоятельно рекомендую. Макайте перец с удовольствием. Вот соус бомбите, какой хотите. А нет, залипованной повторяйте, и будет вам таки счастье. Все-таки торжественный момент, надо подготовиться к этому мероприятию. Ребята, да, я же не просто снял шляпу. Снимаю шляпу перед вами за ваше терпение. За вот эти вот мои длинные индийские фильмы. Но по-другому я не могу. У Липованы не получается чуть-чуть засунуть вот эту всю радость, передать мое настроение. Да вот вообще подачу всех этих блюд. Оно того требует. Так, раз, два, три, четыре, пять. Я не знаю, с чего начать. Блин, ну это, конечно, надо... по порядку. А вот кабачки были первые готовы. Их я отведаю. Какой? Ну, самый красивый, друзья, для вас. Мягенький, сочный, в меру упругий кабачок. За ваше здоровье, друзьяки. Просто класс. Очень вкусно. Такое все нежное, чесночок обжигает. А теперь я с удовольствием макну перец. Выбирайте любой. А давай вот этот вот. Прямо вот так вот небрежно, аккуратно, по-домашнему. Ой-ой-ой. Оператор, мой пардон для вас, конечно. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь, когда Липован пробует. Но таки надо. Пришла перец пробовать. Халапеньо, короче. Это таки было вкусно, я еще раз макну. Я готов перец макать бесконечно. Необыкновенно вкусно. Халапеньо очень хорош. Вот настолько нежно он жжет. Терпимо. А ну-ка, тихо, тихо. Эй, свинья. Но это не про меня. Блин, просто бомбически. Вот где ты там сейчас есть, вставай с дивана, не знаю, бросай работу, беги за перцами, разводи огонь, шмаляй, и будет песня. Так, кабачок попробовал, перец макнул, ну и что? Теперь самое вкусное, шикарное, богатое блюдо. Вот этот вот помидоровый. Сколько фреша, боже мой, его можно ложкой как борщ так вот есть. Ага. Класс. Просто класс. Лепеха. Тебя сюда я сейчас помакаю. А вот это вот, конечно. Это контрольный в голову. Меня добило. Все. Бегу мыть руки. И кушать. Ребята, для вас старался, чудил, творил, заряжал вас хорошим настроением. Одесский Липован. Всем пока-пока. До скорых встреч. Чао!